Всем новогодний привет. Привет. Сейчас мы будем отгадывать новогодние атрибуты по эмоджи. А, ирония судьбы или с легким паром? Как ты относишься к пиву? Я думал, скажешь, как ты относишься к пиву. Ну смотри, наверху танцы объективно. Один мужчина и женщина. То есть какой-то совместный танец мужчины с женщиной, по идее. А звонок другу есть? А, это этот новый «Один дома». Сегодня. Машинки? То есть какая-то авария должна быть. Дискотека, может, какая-нибудь авария, да? Должна быть и елка какая-то. А, это трек, надо гадать. Бой курантов. Так надо было, так это часы какие-нибудь, не будильник. Я не знаю, какие песни. Я не знаю их песен никаких. С Новым годом! Новогодняя песня, да? Я знал. Подсказок не было, если что. Холодец. Ненавижу. Ну ладно. Здесь я без подсказок даже угадаю, что это селедка под шубой. Ну, рыбина похожа на селедку. Селедка под шубным. Дорогие наши болельщики, и не только, поздравляем вас с Новым годом, желаем здоровья, счастья и, конечно, всего самого волшебного в Новом году. Пусть все ваши идеи и желания всегда сбываются. Всех с наступающим Новым годом, счастья, здоровья, исполнения желаний. Всем хорошего Нового года. Мы вас любим, болейте на нас, и мы вас будем обязательно радовать хорошей игрой. Топи за Белогорье!